Доброго дня, друзья. Недоброго дня во мне, другие. Сума опубликовал данные опросов. Лучшим актером года, по мнению зрителей, признан Сергей Безруков. Он подвинул на этой позиции Константина Хабенского. 11% набрал Сергей, 9% Константин. И в телеграм-каналах мне уже в третий раз попадается предположение, что Хабенский утратил это. Позицию своего лучшего актера года из-за того, что в течение года, во-первых, публиковалась информация о его заработках. В прошлом году он 75 миллионов заработал в 2021 году. И якобы, по мнению вот, авторов этих каналов, Хабенский еще утратил ряд пунктов за счет того, что поддержала Анатолия Белого, своего напарника, соратника и товарища, который эмигрировал, написав очень резкое письмо проукраинское с обвинением России, где даже повторять это не буду, что он написал. Он сейчас там с Чулпан Хаматовой в Латвии и в Израиле выступает, и поскольку Хабенский списал свои поддержки Белого и тем самым как бы негативно, косвенно высказался против спецоперации, то считается, что это кому-то могло и зрителю не понравиться. Вот я не думаю, что вот эти моменты учитывались теми, кто принимал участие в опросе. Во-первых, Сергей Безруков зарабатывает тоже, я думаю, что неплохо. Вот, а во-вторых, мне кажется, что зрители, которые оценили профессиональные качества, они вообще не парятся относительно того, как настроен тот или иной актер, что может быть и не есть хорошо. Потому что на Украине, допустим, они к этому относятся очень, я имею в виду публику, зрителей, слушателей, потребителей вообще богемной продукции. Они достаточно сурово клеймят тех, кто не поддерживает их страну. У нас, мне кажется, очень большая масса зрителей так инертно и так не заморачивается, даже не ставится вопросом, кто за кого. Мне доводилось беседовать и с одним, и с другим. И вот что я могу сказать. Иногда я с симпатией априори отношусь к гостю, потом он приходит и показывает себя с такой стороны, ну вот как было с Ренатой Литвиновой, допустим, что просто это пипец. Пипец — это термин Кожевниковой Марии, напомню. Вернее, персонажа из сериала «Универ». Пипец, да. А бывает наоборот, когда там вот с тем же Никитой Борисовичем Джигурдовой, когда я имею какое-то представление о человеке, это не лучшим образом к нему отношусь, потом, пообщавшись с ним, понимаю, что он не так уж плох или хорош, как Джигурда. Джигурда хорош. Хороший человек. Мы сейчас не про профессиональные моменты говорим. Так вот, Хабенский и Безруков. Вот я честно могу сказать, я не понял ни того, ни другого. В том смысле, что, ну, я тут еще психолог, прям скажем, не очень хорошо разбираюсь в людях. Но свое отношение ни к одному, ни к другому не скорректировал после беседы, что считаю недостатком профессиональным журналистским. То есть я не смог почувствовать собеседника. Они, значит, хорошие актеры, хорошо изображают. А вы не смогли отказать, мне Дюжев рассказывал, что когда он себя дебютировал в качестве режиссера, он же пригласил вас, и вы ему не смогли отказать, потому что он ваш друг, что называется, по жизни, или вы... Сама тема. Я просто знаю его отношение к маме, и вообще его семейная история очень такая... Ну да, это непростая. Непростая. И
сам проект «Мама» мне очень нравился. То есть вы согласились, потому что вас устраивал материал? Нет, конечно, и Дима, но в дебюте надо помогать. Так же, как и Саше Молочникову, сейчас мы все вместе помогали в его дебюте. Насколько удачно-неудачно, это уже судить зрителю, но это было искренне, смешно, забавно, не столь серьезно. Но там мы абсолютно серьезно прошлись по собственным мифам. Я по себе прошелся катком просто. Сыграл свой собственный миф, сыграл о себе актер, который все сыграл. Да, и там да, по полной программе я издевался над собою, как только мог. И, ну, успех в этом случае. Мою роль восприняли все забавно, оценили, что я способен над собой посмеяться. Я посмеялся от души. А дебютанта надо помогать, понимаете? Дебют есть дебют. Я сам вспоминаю свои дебюты, когда мэтр поддерживает тебя, когда подставляет плечо. Вы знаете, это дебютанту очень важно. Угу. И все мы когда-то начинали. И нужно вспоминать просто себя в этот момент и подставлять плечо. То, что Димка впервые снимал свою новеллу как режиссер, я понял, что я просто обязан как друг помочь и подставить плечо, уж тем более в этой теме. И она получилась одна из лучших новелл, потому что, может быть, история пронзительная. История пронзительная, отношение к маме. А вы обращали внимание, как бы как человек, который работал и в Голливуде, и в Москве, вот профиль привычек у актеров заокеанских и наших одинаковый набор, ну как бы никотин, там алкоголь, ну что-то может быть еще, или есть какие-то в этом смысле различия? Нет, вы знаете, мне кажется, одинаковый. Одинаковый, да? Я не так много работал, как многие говорят или думают. Да? А просто, да, сложился имидж такой, что Хабенский, да, да, это вот... Это не моя заслуга, это заслуга средств массовой информации. Да. Кому-то спасибо, кому-то не скажу спасибо, но так или иначе. Так. Вы знаете, многие актеры, с которыми, коллеги, с которыми я... Вы куда-то пошли, да? Не-не, я вас слушаю. Нет, я поймать животное. Да-да-да. Многие коллеги, с которыми мне посчастливилось поработать, ни вы, ни я, ни основной зритель не знают их с обратной, скажем так, с бытовой точки зрения. То есть они выходят, они пиарятся, они делают фотосессии, они снимаются в кино и так далее. Но как они ведут себя в жизни, какие у них вредные привычки, связанные с табакоупотреблением, с алкоголем и так далее и тому подобное. Для меня многие открылись с лучшей стороны, скажем так. Я понял, что живые и живые, не лишенные вредных привычек, с хорошим чувством юмора, с хорошей самоиронией и так далее. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».